Привет всем любителям хорошего звука. С вами Левчук Александр, канал Звукомания. «10 ГДШ» – пожалуй, самый распространенный широкополосный динамик в советское время. Вы собираете акустику своими руками и городите в них целую кучу динамиков. Поверьте мне, что можно обойтись всего одним динамиком. Динамик 10 ГДШ способен один воспроизвести практически весь диапазон частот. Давайте же взглянем на этого ширика. Внешний вид. 10 ГДШ огромный, тяжелый, имеют алюминиевую литую корзину, сзади мощный магнит ферритовый. Впереди у динамика 10 ГДШ рупорок и полипропиленовый подвес, который, увы, от времени разрушается. Впрочем, это минус 10 ГДШ. Хотя при желании в интернете масса предложений по подвесам для 10 ГДШ. Все остальное очень солидно смотрится и работает на ура. 10 ГДШ не такой уж редкий динамик. Его вы увидите на блошиных рынках, либо в интернете. Динамики 10 ГДШ хороши на живой музыке, хотя рокерам и любителям попсы они также придутся по вкусу. 10 ГДШ большой универсал, ему любые жанры подавать. Минусы: подвес недолговечен. Плюсы: отличное звучание 10 ГДШ, достойная внешность и низкая цена. Не надо никаких фильтров, подключаешь и все. Более подробная информация на сайте Звукомания. А на этом с вами я прощаюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока. А ты подписался на канал?